Опа. Проверка получилась удачной. Почему мой кошелек у тебя в сумке лежит? Так я тебе взяла. Заботишься обо мне? Да. Ты моя умница. А я смотрю, ты его забыл. Да, да нет, я не забыл. Специально оставил его дома, чтобы тот, кто сейчас едет в салон красоты, а потом с девчонками по торговому центру пойдет, кошелек у меня не клянчил. А так и не надо, карточки есть на это. Просто я тебе вообще-то взяла. А может быть, это для того, чтобы расходики мистическим образом отследить было невозможно? Нет, ты что? Нет. Родной, вообще-то я для тебя старалась. Буся, да? Сам нашел. Ну тогда все, супер, значит, оставляю его себе. Все, для меня старалась, вот здесь ему будет очень надежненько лежать. А что ты его убрал-то? Как, ну ты же для меня брала? Ну вот, так ты все теряешь. Ага. Ты можешь мне его оставить, у меня более в безопасности он будет. Да? Да. Да нет, знаешь, как-то лучше потерять, чем твоя безопасность.